Сегодня я хочу похвастаться вам своей новой покупкой. Наконец-то свершилось. За целых 2 года я не купила ни одной новенькой вязальной машины. Причин масса. Одна из причин – мой любимый продавец Юрий Вишняков, ну, пока не может отправлять вязальные машины в Россию. Ко мне приехала красавица, которую я очень давно хотела. Красавица – это называется Brazer KH-395. Это вязальная машина-трансформер, которая очень быстро, практически мгновенно перестраивается из машины 3-го класса в 5-й и наоборот. Без каких-то усилий, без каких-то перекручиваний чего-либо. Кроме того, у этой машины огромное количество возможностей. Какие? Платирование, интарсия. Кроме того, благодаря платинам на этой машине, как и на ЛК-150, вы легко на ней свяжете пряжу любой сложности, букле, фантазийную пряжу и так далее. Я только для своих подписчиков поделюсь контактами, где можно купить проверенные вязальные машины, японские, в потрясающем качестве и, скажу по секрету, по самой низкой цене в России. Передо мной машина Brazer KH-395. Это японская красавица, обладающая массой возможностей. Вы знаете, многие задаются вопросом, какую машину хочу, 5-го класса или 3-го класса, 5-го или 3-го. Кто может, покупает и 5-го, и 3-го. Но не все могут себе позволить купить сразу и ту, и другую. Что ж тогда эта машина для вас? Кроме того, эта машина очень надежна, она очень легкая по весу. Она собирается, она разбирается, и она легко перестраивается. Эта машина также может вязать интарсию, и для нее не нужно приобретать отдельно интарсионную каретку. Чем еще хороша эта машина? Вы знаете, она хороша тем, у кого размер size plus. Очень часто нам не хватает каких-то 10-20, еще бы хотя бы 5 петель, и хватило бы. Но, увы, практически все машины 5-го класса оснащены 200 иглами, ограничены 200 иглами. В этой же машине на 5-м классе 220 игл, что значительно расширяет возможности, и тем, у кого размер size plus, вам не нужно вязать одну деталь из нескольких частей, потому что вы все можете связать на одной фантуре. Итак, приступаем к заправке нити. Вначале это нити-направитель. Вот так легко вводим нить. Далее нить переводим в нити-натяжитель. В следующий нити-направитель. И в усики. Очень важно отрегулировать натяжение таким образом, чтобы нить действительно натягивалась. Этого недостаточно. Я зажимаю 2 нити и усиливаю натяжение поворотом по часовой стрелке на 1 значение. При опускании нити, нить должна удерживаться и слегка медленно ослабляться. Если вы затянете сильнее, нить будет держаться и краевые петли будут затягиваться. Самый легкий, пожалуй, набор петель для начинающих будет набор методом обвива. Удерживаем нить, короткий конец нити слева от каретки и с правой стороны тот конец нити, который идет к вашей бобине. И движениями против часовой стрелки начинаем обвивать нить вокруг каждой иглы. Под каждой иглой перехватываем нить для того, чтобы она не затягивалась. Еще один невероятный плюс в машине KH-395 является наличие платинга. В принципе, я для себя не рассматриваю машины вообще, в которых нет платирования. В этой машине есть платирование. Еще один плюс этой машины
Несомненный плюс – это огромный диапазон плотности. Обычно мы привыкли к тому, что диапазон плотности вязальных машинок до 10 включительно. Здесь диапазон плотности до 14 включительно. Вы только послушайте этот звук. Обратите внимание, я провязала второй ряд вообще без оттяжки и без того, чтобы выдвинуть иглы в переднюю позицию. Это возможно благодаря прижимателям, которые есть на нижней части плеча. Посмотрите, пожалуйста, на нижней стороне плеча расположен ряд прижимателей. Когда нам нужно прижать петли к платинам, легким движением больших пальцев выдвигаем вперед прижиматели. В общем-то, это то же самое, что я показывала, когда мы на машинах Silver или Brazier опускаем щетки вивинга для начала провязывания, чтобы обойтись без грузов. Как я уже сказала, в этой машине есть такая замечательная функция, как платинг, которую я ищу на всех машинах, прежде чем их купить. Я подготовила вторую нить, которую мы будем использовать как платировочную. Также отрегулируем нити-натяжители. Нить номер два заводим по центру. Увеличим плотность. При платировании та нить, которая ближе к вам, провязывается на лицевой стороне, там, где лицевые петли. И та нить, которая дальше провязывается по изнаночной стороне или той стороне, которая ближе к вам. Как видите, на этой машине прекрасно провязывается и платирование без использования грузов. У данной машины инструкция на японском языке, она настолько интуитивно понятна в работе, что даже если вы не знаете японского языка, а я лично не знаю, а вы, кто знает, напишите в комментариях. Машина очень интуитивно понятна. Смотрите, все очень логично. Это рычаги частичного вязания. Соответственно, когда они опущены вниз, они переведут в рабочее положение иглы, находящиеся в позиции D. То есть в крайней нижней позиции. Если же мы поднимем вверх рычаги, они не могут привести в движение иглы, расположенные ниже рычага, и, соответственно, эти петли не будут провязаны. Давайте выполним обвив. Вернем каретку влево, рычаги опустим. Посмотрите, какой красивый платинг получается на этой машине. Собственно, у меня в работе находятся две достаточно толстые нити, а я вяжу всего лишь на плотности 10. Теперь давайте навесим грузы, которыми комплектуется эта машина. Кстати, очень приятные грузы. И качество грузов мне нравится. У меня есть подобные грузы на ЛК-150, но качество этих грузов мне понравилось значительно больше. Штырьки у них более острые, и они легко входят в межпетельное пространство. Для чего я это сделала? Так как я хочу перейти на значение плотности, заведомо больше, чем рассчитана эта пряжа, то есть петли будут чрезмерно свободными, чтобы не было сброса петель. Видите, какие длинные петли я получила. Чтобы не было сброса петель, я навесила грузы. В остальных случаях грузы не нужны. Если вы больше хотите узнать о грузах, смотрите наше видео именно о грузах. Итак, сейчас мы работаем на третьем классе. Здесь абсолютно стандартный третий класс. И я уверена, что у многих возникнет вопрос, любые ли докера подойдут для этой машины на третий класс. И вот у меня докера для машины Brazier 270, я их заказывала. Это машина электронная третьего класса. И давайте посмотрим, будут ли они работать на этой машине. Как видите, да, они идеально подходят, потому что это четко третий класс машины.
также моя машина комплектовалась прищепками и отвесами для интерсионного вязания. Перейти на интерсионное вязание очень легко. Как я уже говорила, не нужно приобретать каких-то дополнительных кареток. Достаточно просто симпатичный бантик сдвинуть влево. Провязать ряд. Мы получили холостой проход каретки. Холостой проход каретки – это проход, при котором ничего не провязывается. Но сейчас вывязывать интерсионных рисунков я не собираюсь. Ровно настолько, чтобы вам показать, как же это работает. Я снова уменьшу плотность. Давайте вернемся, например, к плотности 6. При интерсионном вязании в нитеводителях нити не нужны, поэтому я их достану. И лучше их установить на пол. Моя машина комплектовалась комплектом нитенаправителей, натяжителей. И вы можете видеть, что они также рассчитаны и под более толстую, под более тонкую пряжу. И служат для ее и более легкого, более удобного прокладывания и, несомненно, оттяжки. Для того, чтобы легче было провязывать одинаковые петли. Мы проложили таким образом первую нить. Прокладываем вторую нить и просто вяжем выбранный интерсионный рисунок. Так мы провязали первый ряд, провязываем второй ряд, и как видите, там где есть оттяжка, на той нити, где есть оттяжка, конечно же, петли провязываются более ровными. При вывязывании интарсии не забываем скрещивать нити, иначе вы получите просто дырки на месте соединения цветов. Но еще можно связать две равноценные или не очень равноценные детали, если вы не будете скрещивать, используя метод интарсии. Так, например, можно связать два носка одновременно, две перчатки одновременно. Но если вы используете именно метод интарсии, то вам будет легко перейти с прямого вязания на интерсионное вязание. Достаточно просто перевести на окулирную гладь ручку выбора узора. И вот вы уже снова перешли на окулирную гладь. Также на этой машине можно вязать скиповое переплетение. Переводим ручку выбора узора. Чок вправо. Выполним отбор игл через одну. Те иглы, которые находились в позиции D, провязались. Те иглы, которые оставались в позиции B, остались нетронутыми, не провязанными. Благодаря этому мы можем с вами выполнить различные переплетения. Выполним отбор игл в шахматном порядке. В шахматном порядке провязались иглы, остальные нет. Получаем более плотное полотно при той же плотности. И такое полотно прекрасно подойдет для таких изделий, как жакеты, юбки и так далее. То есть для всех полотен, которые должны быть более плотными. По ощущениям машина устойчивая. Легкое движение каретки. Я думаю, это слышно даже по звуку. Ну и, конечно же, прекрасное провязывание. Теперь давайте посмотрим, насколько легко эта машина превращается. Помните, как брюки превращаются. Но у нас машина превращается из третьего класса на аж 110 игл в машину пятого класса. Вот такой прекрасный платинг. Для начала вернем иглы в нерабочую заднюю позицию А. Снимем каретку. Внизу под платинами вы можете нащупать два рычажка. Это подпружиненные рычажки, нажав на которые вы легко извлечете платину для третьего класса. Снимем платины для третьего класса, нажав
на подпружиненные рычаги. После чего таким же легким движением руки и никакого мошенничества заменим на платины для 5 класса. Также до щелчка вы не перепутаете, потому что все платины пронумерованы разметочной линейкой. И, как видите, надеваются они очень легко, без малейших усилий, но при этом надежно крепятся и надежно фиксируются. Обратите внимание, я остановилась здесь. Вы можете, в общем-то, вязать половину 3 класса, половину 5 класса. И такое тоже, представьте себе, возможно на этой машине. Что ж, ну а я пока меняю последнюю платину. И вот мы уже получили машину 5 класса. Снова устанавливаем каретку. И теперь мы можем использовать машину как 5 класс. Я установлю плотность для 5 класса, возьму пряжу для 5 класса. Абсолютно аналогичным образом заправлю нить. Еще раз отрегулирую нити натяжители. И, пожалуйста, теперь мы можем вязать более тонкие вещи. Ну а те, кому не хватало 10-20 игл, теперь их точно хватит. На 5 классе здесь 220 игл. Как я уже сказала, у этой машины очень большой диапазон плотностей. Я подбираю, скажем, на своем бразере 965, а я бы вязала эту пряжу на плотности 8-9, но здесь, как видите, на плотности 8-9 я получила слишком длинные петли, я перешла на плотность 6. Очень хорошо придерживают прижимные ролики петли к платинам, что избавляет от необходимости использовать грузы. Честно говоря, я очень довольна покупкой. С удовольствием рекомендую вам продавцов, у кого я купила это чудо. Потому что прежде чем порекомендовать вам это чудо, уже несколько моих друзей совершили покупку. Абсолютно все остались в полнейшем восторге. Но по промокоду Lorraine вы получите приятную скидку, бонус на покупку. И еще раз хочу вам сказать о том, что у ребят самые конкурентные цены на всем рынке вязальных машин. Вы можете убедиться в этом сами, пройдя по ссылке в описании.